Привет всем аспирантам, ухилянтам! Это, если что, не моя позиция. Как мне кажется, именно с таким посылом вчера вышел министр образования к обществу, да? Ведь в тех публикациях, которые вчера появились в его Фейсбуке, на сайте Министерства образования, ведь там вот этот посыл, мне кажется, есть. Если ты в этом году собрался в аспирантуру, значит, ты ухилянт. Все, четкая, понятная позиция. Министерство образования. Хорошая позиция. Ну, вообще, класс, класс. Она, знаете, порождает что? Порождает доверие между человеком и государственными органами, государственной властью. Прям вызывает доверие. А особенно, знаете, вот изюминку такую добавляет тот факт, что сейчас палки в колеса людям, которые шли в аспирантуру, идут в этом году в аспирантуру, ставит человек, отказавшийся от своего звания ученого. Я вам напомню историю министра. Он, когда пошел на посаду, сразу же всплыла информация о том, что он плагиатор. Правда, никем это так и не было доказано, но эта информация появилась в публичном пространстве. Его работу отправили в НАЗЯВА, это Национальное агентство по обеспечению качества образования, на проверку. Но министр что сделал? Он отказался от своей наукового ступеня. Он отказался. Я как человек, который писал диссертацию, который потратил на это годы жизни, не могу отказаться от этого, потому что это же отказаться не от степени, это отказаться от тех лет жизни, которые ты на это потратил. И мне совершенно непонятно, как человек, который тратил на это время и усилия, мог от этого отказаться. Вот мне непонятно. А может, никто не тратил на это усилия, и может, эти обвинения имели под собой почву? Но этого мы так и не узнаем. Почему? Потому что Назява сказала, ну, раз человек отказался от своей степени, то значит, все, зачем проверять его работу? Класс? Класс. И теперь этот человек меняет правила по ходу игры. А менять правила по ходу игры, оно же всегда вызывало у нас уважение, да, в принципе, в любой ситуации. Вчера уже люди сдавали экзамены. Именно в этот день Министерство образования меняет правила приема в аспирантуру. И что они говорят? Они говорят, что поскольку там коррупционная составляющая и эти аспиранты это все ухилянты, мы закрываем вступ контрактникам на дневную форму. На дневной форме смогут учиться только бюджетники. А контрактники, пожалуйста, на контракт, либо на вечернюю. Которые, естественно, не дают права на отсрочку. И они всерьез говорят, что если ты хочешь учиться в аспирантуре, пожалуйста, приходи в университет, поступай, заплати деньги за обучение, после этого тебя призовут, и вопрос возникает, зачем ты поступал на обучение. Логика железобетонная. Что они еще сделали? Они еще подняли проходной балл до 160. При этом, вернемся к слову коррупция. А слово коррупция, оно, если посмотреть вот их обоснование, которое есть на сайте Министерства образования, оно во втором абзаце уже идет. Говорит, мы, чтобы коррупцию тут победить, как бы вот меняем все правила. И что они предлагают? Вот как набор будет выглядеть в этом году, а вы сейчас оцените, есть ли там коррупционная составляющая. Человек сначала сдает вот этот внешний экзамен, тестирование проходит, набирает 160 баллов и, думаете, он уже поступил, как в ситуации с НМТ? Нет, он просто прошел, он... Из-за того, что он набрал 160 баллов, он будет допущен к отбору. К отбору, который будет делать ВУЗ. Именно ВУЗ будет выбирать, кто же самый талантливый из тех, кто подал документы. На бюджет. Кто самый талантливый, будет определять ВУЗ. Мне тоже кажется, что здесь коррупционная составляющая полностью побеждена. Да, вот как министерство сказало, что мы же боремся
Вот мне кажется, вот тут вот отрезана вообще возможность какой-либо коррупции. Тем более, мест в бюджет их очень много. Их очень много, тем более их увеличили. Их целых 7 тысяч на всю страну. На всю страну целых 7 тысяч. А борясь с коррупцией, да, ну вот скажем, что они там с коррупцией, вопросы коррупции. Почему-то они не сказали, что вот как кто сдаст экзамен, внешний вот это, да, тестирование, так люди будут и поступать по этим баллам. Нет, ты можешь сдать, получается, и на 190, и на 200, а потом ты придешь в вуз, и вуз решит, что ты недостаточно талантливый, ну, тебе уж повезло просто на тестах, да, на тестировании. Мы же знаем, что на тестирование может повезти. А выберут того человека, который, например, сдал на 160. Ну, потому что он самый талантливый. Ни в коем случае не подумайте о том, что это человек занес денег кому-то там и с кем-то договорился. Либо он чей-то ребенок. Не-не-не-не-не. Чтобы мысли такой не было. Он просто более талантливый. И все. Вот чтобы вы понимали. Конечно, в этой ситуации вы можете сказать: Олег, ну мы в новостях это видели, что ты балаболишь? Ты давай, ты же адвокат, ну скажи, что в этой ситуации делать? Как быть? Как быть? А что в этой ситуации можно сделать? Давайте подумаем. На мой взгляд, единственное, что в этой ситуации можно сделать, это выводы. Это просто выводы. Это единственное, чем человек в этой ситуации может себе помочь. О чем этот вывод? Вывод о том, что правила игры могут измениться в любой момент. И на сегодняшний день, какая бы у тебя отсрочка ни была, какие бы у тебя там по другим вопросам там не были льготы, права от государства, все может измениться в любой момент. Все самые худшие фантазии могут исполниться, реализоваться. И нам это сейчас показывают, как это может быть. Смотрите, история с аспирантурой, она же не нова, да, пытались ограничить через закон. Но через закон не прокатило, потому что там депутаты думали о своем рейтинге, да, ну, мы лишены иллюзий, что они о людях думали. Вот, ну, о рейтинге думали, и они не стали голосовать, да, и мы помним, что... Сказали, что нормы, которые там разделяют аспирантов и студентов по возрасту, по форме обучения, контрактная либо бюджетная, это дискриминационные нормы, и за них никто не проголосовал. Но то, что не проголосовано в Верховной Раде, с легкостью пройдет через кабинет министров или через какие-то профильные министерства. Что мы видели на примере постановы 560, что мы видим сейчас на примере вопросов отсрочки аспирантов, поступления аспирантов и прочее. Ко всему надо быть готовым. Любое правило может измениться. Любую норму они могут извратить так, как им захочется. Вот единственный вывод, который мы можем сделать. Вы знаете, так совпало. Вчера есть у меня родственница, которая еще студентка. Она предложила в игру сыграть нам. Вот мы сидели вечером, ужинали с семьей. И вот говорит, давайте в игру сыграем. Говорит, смысл игры только в том, что нужно понять смысл игры. То есть ты не знаешь правил игры, но вы играете, и ты должен догадаться правила этой игры. И вы знаете, как раз это было ж после новости вот с аспирантами с этими, и мне это прям, ну вот знаете, торкнуло, что называется, потому что это очень похоже на ту ситуацию, в которой мы находимся. Нужно угадать смысл игры, да? Ты правил не знаешь, тебе никто не говорит заранее правил этой игры, и ты должен их угадать. Ну вот что здесь сказать. Очень-очень так прослеживаются аналогии. Те люди, которые сейчас учатся в аспирантуре, кстати, тоже они под вопросом, но пока их не трогают, пока закон не поменяли, кстати, да, здесь вот хоть что-то хорошее нужно сказать же в видео, да, статью 23 закона о мобилизации не поменяли, и отсрочка у тех людей, которые учатся на сегодняшний день, она сохранилась. Надолго ли? Это большой вопрос. И я не удивлюсь, если в ближайшее время будут какие-то изменения, которые позволят ТЦК и СП при принятии решения об отсрочке не давать отсрочку тем людям, которые уже обучаются на дневной аспирантуре.
А будет ли это на самом деле? Посмотрим. Искренне желаю, чтобы этого не было. Друзья, на этом у меня все. Может, видео было и бесполезно вам, да? Я понимаю, что вы не услышали какого-то выхода из ситуации, а его просто нет. Вы должны понимать, что здесь просто нет. И если вы считаете, что зря потратили эти сколько там 10 минут на просмотр видео, ну, тогда так и напишите, чтобы я знал и вообще такие видео больше и не снимал. На этом у меня все. Я вам желаю удачи, благополучия, мира и чиновников, которые не будут менять правила по ходу игры. Пока-пока.